Оксана Поверинова, майстриня зачісок, візажист і гример. У сфері краси вже 5 років. Брала участь у показі мод в Миколаєві та Києві. Знає, як зробити ваш образ креативним та практичним. Доброго ранку, Яна. Вітаємо. Добре утро. Як настрій, як справи? Настроение хорошее, готовлюсь к завтрашнему дню, потому что завтра будет очень такой тяжелый день, с 7 часов утра до 7 часов вечера. Все расписано. Все расписано, уже мест нет. И все хотят быть при параде. Да, все хотят, много пожеланий, все высылают какие-то картиночки, кем они хотят стать, поэтому... Дайте угадаю, Пеннивайз и Джокер. На удивление Джокера, слава богу, уже в этом году нету. Минулого року было больше? Пеннивайз еще есть, да. Серьезно? Джокер в прошлом году, да, он больше лидировал, а в этом году все равно больше лидирует оно почему-то, да, все равно. Мені здається так, суто з вашого досвіду, як миколаївці, чи активно вони долучаються до відзначання Хеллоуіну, як взагалі у нас це відбувається? Ну да, в принципе, с каждым годом больше и больше, потому что это интересный праздник, хоть это как бы не наш праздник, но для нас это больше тематическая вечеринка. И как бы, чтобы как-то себя развлечь, молодежь, естественно, они разукрашиваются, идут на эти вечеринки, не просто ходят по улицам, да, потому что сейчас много клубов, да, они устраивают тематические вечеринки, и это круто, и ребята разукрашиваются, ребята уже хорошо в глобально подходят к какому-то образу, одеваются и ищут костюм. Серьезно, так? Конечно. Насправді є різні думки з приводу цього свята, з приводу того, що люди себе розмальовують. Минулого року я так само, було прям дуже багато, знаєте, критики, так? Тому що ось Яна для нашої програми «Артпростір» робила з мене Санте-Мерте. Боже, вже рік минув. А Дениса робила тут роги, я пам'ятаю, тут щось таке було. Ось, тому критики було дуже багато. Як взагалі сприймаєте критику? Я знаю, що вона так само на вашу адресу є. Ну, в этом году, как-то год этот вообще, слава богу, прошел нормально, без всякой критики, уже никто так особо не реагирует, уже, наверное, привыкли люди. Единственная критика всегда, когда есть какие-то раны, какая-то кровь, да, люди очень суеверны, очень много людей суеверны. Поэтому больше воспринимаются бескровные, как говорится, образы, нормально. Например, арбузик. Да, да, при этом можно что-то милое, все время заказ такой. Ой, сделайте, пожалуйста, так, чтобы красиво было, чтобы не страшно. Не, чтобы страшно, но не страшно. Страшно, я такая, да, думаю, как, что же сделать? И приходится как-то выворачиваться, это слава богу, что я еще визажист, естественно, я и визаж сразу подключаю к гриму, да, чтобы были глаза у девочки красивые, где-то какие-то рисуночки уже добавляю. Я багато критики чув щодо самого свята, так, у Фейсбуці можна почитати там ціла купа цих постів. Мені здається, просто не потрібно робити акцент на тому, що це наше, не наше свято. Для людей, мені здається, це просто такий привід якось змінити атмосферу, розважитися, просто полякати знайомих людей. Але як ми зрозуміли, що дівчата, наприклад, я думаю, що і хлопці теж не завжди приходять, щоб полякати, так? А просто, щоб трохи змінитися, відчувати себе кимось іншим, мабуть. Не завжди, не рани заказують, тому що є, допустимо, скелетіроване лицо, заказують, тобто воно не таке вже страшне, ужасне. Но имидж поменяли. Художник нам малюет, так и будет. Но они как-то вот недавно была вечеринка, и я разукрашивала ребят. Ребята восприняли все на ура, все просто позитивно были настроены. Опять же, вечеринка была насчет Хэллоуина. У нас уже все отмечается, да, за неделю до Хэллоуина. Насправді так, ще з п'ятниці, якщо не помиляюсь, школи першими вони долучилися. Я бачила світлини в Фейсбуці. Поки дітей на канікули не відпустили. Так, і якраз і діти, і вчителі там всі були такі при параді, марафеті. Є таке. Так, звісно. Яно, ви прийшли до нас не з пустими руками. Ось цього хлопця я вже встиг продемонструвати нашим глядачам. Чи даєте ви імена своїм таким творам? Ні, чому-то як-то я не даю їм імена. Мені здається, він схожий на Артема. Зараз ви робите маски. Раніше ви все ж таки більше малювали на людях, правильно чи ні? Так, я більше займалася гримом, але щоб, як говориться, осталось щось на пам'ять людям від Хеллоуін, такого праздника, від праздника. Світлини то вже мало, правильно? То у
них бы могла бы еще остаться маска, которую, ну, есть люди, которые коллекционируют масками, да, то есть у них какое-то направление, стиль такой, хоррор, и они могут развешивать эти маски, допустим, на стене. То есть это память. Ты грим пришел, смыл, и все, уже неинтересно, только по фотографиям ты видишь, що там було? Ну, якщо все ж таки ну, намалювати на людині, наприклад, образ Антимуерти, там дуже багато є таких дрібних деталей, там дуже чітко потрібно промальовувати. Це складно, з приводу цих масок, тут так само ми бачимо різні такі деталі, щоб кров, якщо вона бутафорська, але щоб виглядало все це реалістично. Дуже реально, якщо, наприклад, йшов би і побачив ось таку от штуку десь за метрів 3-4 від себе, вважаючи на те, що в мене ще не дуже добрий зір, ну я б злякався, чесно кажучи. Біг би дуже далеко, виглядає все це дуже, дуже і дуже реально. Ну, все время приходиться себя усовершенствовать, потому что тоже не каждый раз у меня все выходило, да, я материал постоянно меняла, начинала с папье-маше, естественно, да, но я понимаю, что папье-маше это очень долго, пока бумага просохнет, пока ты сделаешь все вот эти вот переходы, пока разукрасишь, то есть маска занимает очень большое количество времени. Набагато больше часу, ніж ось на людині щось, так? Да, конечно, да, да, потому что даже заготовку сейчас такую пластик. И складніше, я так розумію. Намного сложнее, потому что сначала все это вилеплюється з пластиліна, потом делается слепок, потом в слепок уже делается пластик. Як зробити ось якраз ось цей відбиток такий, я не знаю, щоб зрозуміло, що це виглядало реально? Так, по обличчю. Вот, получается, у меня специальные манекены. Ви це все приміряєте на себе? А, манекен. У меня есть манекены, на которых делается определенная форма, то есть я делаю полностью лицо с пластилина, то есть сначала работа идет с пластилином, то есть сделала все с пластилина, дотошно, до каждой мелочи, все эти ранки, все эти зубы. Маски, они с пластилина? Нет, они, это сама заготовка пластилиновая, то есть мне надо с чего-то сделать слепок, потом выливается форма на вот эту маску, потом я форму заливаю пластиком. То есть маски с пластика, да, были у меня сначала папье-маше, сейчас с пластика, естественно, пластик. Потом этот пластик надо разрисовать, потом правильные переходы сделать, глубину дать, все просмотреть, плотно, не плотно, потом волосы приклеить, если надо, да, то есть работы там немерено. Это, конечно, трудоемкая работа. Вы специально до Хэллоуина робила эти маски, чи просто? Да, не, ну эти, да, ближе к Хэллоуину я делала, да, я сейчас стараюсь развиваться, потому что я поменяла материал, сейчас опять буду материал на более прочный менять, то есть я все делаю на ощупь, то есть я нигде не обучалась, YouTube, спасибо YouTube, что он есть, конечно, я все подсматриваю там, у нас таких курсов нету, то есть это, если ехать, это очень далеко, как бы, да, поэтому мне приходится все в самотужке. До речі, цікаво, ось Миколаївці, ви зазначили, що 7 ранку вже стартуєте, будете, да, да. Ну, преображати, скажімо так, да, людей, буде, так? Да. Змінювати їх звичний вигляд для інших друзів. Ось то цікаво, миколаївці більше обирають, щоб щось саме на їх обличчі, на їх тілі щось зображували, чи все ж таки обирають і маски? Пока тільки, ну, обличчя, да, только лицо. Маски в основном у меня идут на квест-комнаты, то есть заказывают какие-то определенные страшные маски квест-комнаты. Бутафорию заказывают квест-комнаты, потому что им надо ручка хорошо ручка испугать, да, то есть, потому что все это трудоемко, и, ну, дешевле все равно, конечно же, сделать грим, если так разбираться. Да, целый день это грим до самой ночи. То есть миколаївці и цього року активно долучаються до відзначення Хэллоуіну. Да. На вашу думку, чим взагалі це свято приваблює людей? Тому що є цілий такий навіть певний культ. Ми знаємо, в Америці люди готуються до Хэллоуіну, мабуть, навіть більше, ніж до Різдва. Витрачають на костюми навіть тисячі доларів, так, в Україні поки все ще не так масштабно, але тим не менш. Ну, найчастіше, да, самотужки роблять якийсь собі там, ну, такий одяг, так, цікавенький якийсь костюм, ну і звісно там грим або самі щось малюють, або йдуть до професіоналів. Да, ну просто сейчас людей 50 на 50, людей, которые говорят, о, не, не надо, не, не буду, фу, это что это за праздник, а другие говорят, да, класс, надо как-то удивить, надо себя как-то развлечь. И вот сталкиваются эти два вида людей, и получается, что критика иногда задавливает тех людей, которые хотят что-то сделать на себе, да, говорят, а зачем тебе это надо, да, зачем, да, ну что ты делаешь. Тут бесы тобой управлять, казалось, да, так мы не колись. Да, поэтому нет, конечно, люди креативные более, которые хотят развлечься,
которые хотят получить какую-то классную эмоцию, они будут все равно идти на грим, они будут гримироваться, особенно люди, которые уже в прошлом году, да, ребята, которые уже разрисовывались, они получили массу просто удовольствия. Фотосессии, эмоции, правда? Конечно, ну это ну, праздник, это ж не наш все равно праздник, это больше... Так, не потрібно все ставиться занадто серйозно. Это для нас как бы какой-то, ну, можно сказать, светлый лучик, но светлым этот праздник не надает на светлый лучик в этом году, да, потому что у нас не так много таких праздников, где можно преобразиться и измениться, да, люди хотят немножечко изменить что-то в своей жизни, почувствовать себя не собой. Знаєш, що минулого року ви навіть влаштовували такий парад зомбі. Чи буде це ще й цього року? А в этом году точно нет. Я, конечно, да. Все-таки я сделала, я все равно расстроилась, потому что много было негатива. Люди не понимают, что это. Та нет, ну что вы, ну тут мы ж Николаев, культурний город. Кожен ну, просто сприймає це по-різному, але насправді, ну навіть скільки я пам'ятаю, так іду до школи саме у цей час, і люди вже розмальовуються, навіть школярі, ну і дорослі. Звісно. Ну, как бы да, уже люди начали немножечко подключаться. Сейчас в садиках, я знаю, уже дзвонять, так, о, нам надо аквагрим. Тобто свято і, навіть да. У дитячому садочку. Да, бібліотеки, тоже. Школи, все це набирає потроху обертів, так, в Україні, конечно. В Миколаєві, зокрема. Конечно, во-первых, если разобраться, это также реклама для многих, кто лучше сделает какую-то рекламную акцию в виде Хэллоуина, естественно, он привлечет внимание. То есть это, мы об этом не забываем, это круто, да. То есть, опять же, они же нам и делают праздник, заказывая, допустим, каких-то таких такую бутафорию, где они попугают немножечко поход людей. Люди запомнили, ага, это было в этом магазине. А, класс, надо сходить туда. Ну так, люди запомнят эмоции. Эмоции, да, то есть эмоции необходимы. Неважно, испугали вас или не испугали. Ну, там да, бачу, мені здається, це емоційна розрядка така. Конечно, конечно. Ну, а смысл быть за бабонами? Если так и разобраться, то тогда вообще можно бояться жить, да? То ну, надо немножечко легче все это воспринимать. И каждый выбирает свой образ под себя, да? Кто-то кровавый образ, а кто-то пускай выбирает более миловидный, да, как Санта-Муэрта, Святая Смерть, она красиво разукрашенная, там яркие оттенки, да, мексиканцы, они не, ну, отмечают этот праздник, но у них нет вот этих вот кровавых каких-то гамм, у них больше идет разрисовка скелетированная на лице. У них сакральное такое ставление, да, до этого питания. Да, поэтому... Так, тож, друзі, шукайте мульти Коко, а також шукайте нашу програму «Арт-простір» за минулий рік, і якраз ви там побачите, ну, це образ Санта-Марта. Ну що ж, Яно, будемо відпускати вас. Сподіваюся, що миколаївці не дуже будуть лякатися ваших творінь, так? Ілі наоборот, пускай. А, точніше, так, точніше, ну, головне ж емоції, правильно? Конечно. А емоції точно будуть.